52 килограммов. На сегодня это Дмитрий Двали против Рамоса Гонсалеса Мигеля Антонио. Дмитрий Двали представляет Россию. Рамос Гонсалес Мигель Антонио представляет Венесуэлу. Ждем появления. Вот Рамос Гонсалес. Мигель Антонио. А вот и Дмитрий Двали. Входит в восьмерку лучших боксеров России, является мастером спорта и чемпионом России среди молодежи 2021 года. Дмитрий Двали. Что касается Мигеля Рамоса, он, кстати, приезжал в 2019 году в Россию, в Каспийск, и там проводил поединок с Заиром Шахабеддином, которому уступил. Ну что ж, смотрим. Дмитрий Двали, Рамос Гонсалес Мигель Антонио. Болеем за нашего боксера. Это, кстати, последний поединок весовой категории до 52 килограммов. Дальше мы перейдем в 75. Итак, первый раунд. В правосторонней стойке начинает этот бой Рамос Гонсалес. Хорошая атака от Дмитрия Двали. И слева попадает джебом, и справа через руку пробивает великолепно. Выбрасывает джеб. Двали поджимает оппонента, поддавливает. Идет вперед в атаку, выбрасывает сдвоенный джеб. Но проваливает его атаку сейчас Гонсалес. Не получилось достать боковым. Двали своего соперника. При этом рефери дает замечание. Возобновляется бой. Снова выбросил там хороший джеб Дмитрий. Еще атака. Продолжает прессинговать Дмитрий Двали. Все делает правильно, потому что в равном поединке, когда примерное количество ударов будет у обоих спортсменов, конечно же, отдадут победу тому, кто шел вперед, прессинговал, старался работать первым номером. И сейчас это Дмитрий Двали. Промахивается представитель Венесуэлы. Вновь два боковых. Двали выбрасывает, но, правда, пропустил там навстречу удар. Неплохая комбинация. Пытается уходить представитель Венесуэлы и не давать по себе бить. И в целом у него это получается достаточно неплохо. Вновь Двали отрабатывает по корпусу. Попытался перевести на голову. Вновь. Неплохо. Снова в корпус пробивает Рамос Гонсалес. А тем временем остается 30 секунд до конца. Снова Двали отрабатывает по корпусу, переводит на голову. Но раунд, безусловно, остается за российским спортсменом. Спасибо.
Ну что ж, второй раунд. Сейчас в перерыве говорили Дмитрию Двали, чтобы он не валился вперед на соперника, не застаивался. Потому что как только он проводит атаку, остается в положении, которое может использовать его оппонент. Тут же клинч. Отрабатывает неплохо. Здесь сейчас Рамос Гонсалес. Хороший удар получился, и апперкот, и там боковой. Здорово. Двали попадает джебом, прессингует. Так, рефери дает команду Дмитрию Двали, замечание вернее даже, чтобы держал голову повыше. Есть боковой удар в исполнении Мигеля Антонио. Снова клинч. Атакует апперкотом, попытался перевести на голову, боковой пробить Рамос Гонсалес. Достаточно уверенно действует венесуэльский спортсмен. Есть несколько ударов по корпусу и попытка перевести на голову с его же стороны. Ну и снова апперкоты. Есть боковой удар от Рамоса Гонсалеса. Еще несколько боковых. Отрабатывает по корпусу и переводит на голову венесуэльский спортсмен. Есть снова атака в корпус. Двали пытается ответить. И вот сейчас с правой руки здорово попадает в голову Дмитрий. Нужно развивать свой успех. 30 секунд. Снова корпус и снова в голову переводит Дмитрий. Но ударов слишком мало. Нужны повторные атаки, нужны комбинации, серии. Этого пока мы не видим от Дмитрия. Только два удара выкладывает. И все. Ну и вот здесь мы видим, как отвечает Рамос Гонсалес. Раунд завершен. Смотрим сейчас самые яркие моменты этой трехминутки. Поединок возобновляется. Дмитрий идет вперед, прессинговать начинает, выбрасывает хороший боковой удар. Но рефери вновь делает замечание Двали о том, что он низко держит голову. И причем держит в таком положении, что может нанести травму сопернику. Арива!
Корпус-голова снова от Гонсалеса. Уходит он в сторону, пытается встречать Дмитрия Дуали. Закручивает при этом. Скорость все еще при нем. Ну а Дуали по-прежнему гнет свою линию. Продолжает идти в атаку. Апперкот сейчас хороший в его исполнении. Ну и вот здесь в клинче поработать Дмитрию Дуали неплохо было бы. Корпус и голова были открыты. Попадает в корпус Дуали. Полторы минуты при этом остается до конца. Снова боковой удар и вновь перевод на корпус от Дуали. Промахивается сейчас. А задумка была великолепная. Ну что ж, у нас минута. Минута остается до конца. Несколько апперкотов пробивает Дмитрий Дуали. Продолжает прессинговать, и там уже рефери даже от такого накала упал, но мгновенно поднялся. Отсчитывать не пришлось. И несколько боковых ударов от Дуали. Ну и пытался ответить Гонсалес всякий раз, когда пропускал. Что ж, поединок завершен. Сейчас судьи будут определять победителя. Непростой поединок для Дмитрия. Гонсалес действительно показал свое мастерство и старался работать на дистанции, старался работать на ногах. Не всегда получалось. У Дмитрия тоже были моменты, когда он пропускал, а сам выбрасывал удары, которые приходились либо в блок, либо в воздух. Но, тем не менее, мне кажется, что за счет агрессии, за счет напора и более качественных атак Дмитрий должен этот поединок выиграть. Поздравляем! Дмитрий Дуали одерживает победу и выходит в следующий круг. Браво!